запрыгнули, кто дольше провисит. Можно, знаете, как сыграть? Кто первый упадет, тот дурачок. Ну, по-доброму, да, по-доброму. Падать не надо, дурачками быть не надо. Терпи, Осман, терпи, терпи. Че, терпи, следующий кто там, давайте. Повесь, повесь. Дома тоже, да, мамка, наверное. Сынок, что ты бросаешь? А так друзья придут, а там все разбросано. Артем, ты нас сегодня решил шокировать небоскребными движениями? Ваши веномы приходят, так громко стало. Это не веномы, это рукопашники. Это еще даже не наши веномы, они не наши, это просто ребята-рукопашники. Так, ну-ка, кто там сможет провисеть? Кто первое место займет на висе? А? Вы проиграли? Да нет, не может быть. Так, вот там кто, Никита. Никита, ты как завтра бороться будешь? Ну-ка, давай. Ну, хотя попробовали, уже молодцы. Теперь, парни, рукопашный бой. Теперь, если у вас есть вопросы, вы можете у ребят, у гимнастов спросить, каким-то элементиком они вас научат. Ростислав, Никита, Артем, научите? Только скажи, Никит, это Артем. Скажи, это Артем Михайлович, он магер. А я Тёха умею. Икс умеет. А я офицер умею. Так, пистолетик сделал. Давай, продолжай дальше. Продолжай, не снесли зай. Артем, знаешь, что Никит спросил? Подошел. Ой, а что Артем спросил? Артем, знаешь, что Артема Забела спросил? Он подошел, спросил. А что... Веномы такие громкие наши. Я говорю, это не веномы. Это еще пока не веномы. Парни, а с кем вы завтра будете биться? С друг против другом тоже будете биться? Или вы одна команда едете? Так, стульчик, да? Ну, бочку научите хотя бы, простое действие, научите их простым действием. Да, на локтях бочку. На маленьком турнике. Ты на маленьком турнике покажи им. А кто толкает, Юрец? Здрасте. Кто толкает? Юр. Юрец. А. О, а что вы стоите? Все переобуты? Молодцы. Что-то здрасте и стоите. Вы не знали, что я здесь буду, что ли? Так, парни, сразу вопрос. От родителей разрешение принесли на занятие? Все? Нет. А вот кто не принес, идем за разрешением. Сразу прям говорю. Кто не принес, за разрешением. А? Мы вместе не сидим. Мы вот вдвоем только не принесли с Никитой. Серьезно? Мы с техникумом приехали, уже эти закрыты были. Сколько вам лет? 16. 16? Блин, надо разрешение, парни, надо разрешение. Сегодня суббота, они не работают. Ну, работают. Эти распечатать, чтобы. Согласие на участие. Это же все. Да, но это не то, это как бы то, но не то. В смысле? А что надо там? Разрешение надо с двух сторон. На обратной стороне техника безопасности. Вы же нарушаете, Мишаня? Так. Тебе точно можно заниматься? Голову покажи. Заросла голова? Да. Нормалек все? Молодец, дай пятюню. Блин, братан, а если опять что-то произойдет? Да я аккуратно. С обратной стороны техника безопасности. Духу давай. Ее приклеить надо. Нет, она напечатанная. Она напечатанная, это не то. Так нам Юдашкин такую дал. Кто дал? Юдашкин. Именно такую дал? Да. Ну, блин, значит, Николай Алексеевич, это вопрос такой сейчас возник, решим. Все, сюда разрешение складываем, переодеваемся без кипиша, без лишних телодвижений. Все помнят? Да, окей. Парни, пожалуйста, аккуратнее. Малыши. А турник? Малыши. Турник все стоит, все турники стоят на месте. Никто их не стащил. Они высокие? Их хотели унести, но мы с Денисом Владимировичем отстояли. Кто? Негодяи хотели унести. Кто? Вы негодяи. Нам покажите. Кто? Да что вам говорить? Вы еще пока дети, вам не надо влезать в эти во взрослые разборки. Зачем вам это надо? Нужно. Нужно. В грязной одежде не надо заниматься. А то вы говорите там, что футболка не лезет. Нет, это заниматься не надо голышом. Потому что пот, мусор, пыль попадет на пот, потом домой раздражение придет, матушка спросит, сынок, что за раздражение?
а я в зале вот позанимался под под лицо, пыль. И мама скажет, так, не надо ходить. Я, мне надо, чтобы вы ходили заниматься, чтобы вы защищали, оставили интересы Покровска, Саратской области, России. А мамка всего лишь скажет, полячка, там какой-нибудь прыщ скочит, экран, если все, скажет, не надо ходить. Я не хочу, чтобы так было. Поэтому... Так и не будет. А? Так и не будет. Так и не надо, поэтому я прошу, парни, одевайтесь, пожалуйста, ведите себя порядочно, одеты, чтобы ноги не покорябанные были, руки не покорябанные были, чтобы все было чики-пуки. Все, этот, без шума, ладно? Пожалуйста, без шума. Сегодня дети, ну как и часто бывает. Сегодня дети, завтра дети, послезавтра дети. Сейчас записываемся. Вы размятые? Типа того. Типа того. 15 минут на разминка сойдет. Бодрая разминка. Бодрая так, чтобы... Уже занимались на улице. Да я верю. Но это на улице, Макс. Я, чтобы у вас пот появилось, испарина появилась на лице. Вот как рукопашники пришли, они жар аж колышают от них. Они на рукопашном бою там поразменялись и пришли. Как ребята здесь занимаются, аж жар, да, прет. Что у вас температура там по 30... Много вскочило. Так, по одному записываемся. Так, Максимка. Фио, скажи, пожалуйста. Тюрин. Максим. Тюрин. Сергеевич. Максим Сергеевич. Ой, Тюрин Сергеевич написал. Максим. Тюрин Сергеевич. Да, Максим. Тюрин Сергей Максимович. Так, температура стрельбы не смотри, чтобы все было... Все замечательно. 36,2, 36,4. А, умираешь? Хорошо. Нет, ты будешь жить долго и счастливо. Денис Владимирович, подойди, расскажи про свое самочувствие. Денис Владимирович, ну ты просто скажи про свое самочувствие, расскажи ему. Ты ему расскажи. Он здесь заруливает, чтобы вы не развалились, не сломались, не повредились. Чтобы я на вас не наругался, чтобы сердце не прихватило. Ты, Сергей Геннадьевич, опять ты ругаешься. Так сердце болит, да? Давай, Фио. Никитос, прям вот смотри, на тебе какая страничка подзагнулась. Ну я экономный. Надо, чтобы все прям четко. Варежников. Варежников, Никита Сергеевич. Мне поставила, а там некуда поставить. Никита Сергеевич. Типа за то, что они не принесли. Пожалуйста, температуру. Нормалек? 35,9. Все отлично. 35,9 так не надо. Вот надо, чтобы вот так было. 36,4, 36,3, чтобы было. О, смотри. Да я только с улицы. 36. Ну да, ну вот 36,2 это хорошо. Следующая на температуру. Разогреваемся, Паша, чтобы прям закипело. Фамилию Милоши, скажи, пожалуйста, температуру фамилии. Не торопись. Краснов Максим Олегович. 36,6. Краснов Максим Олегович. Макс, тебе точно мама разрешила заниматься? Да, в этот раз. Точно? Да, потому что раз-то она переживала. Но я вижу только парни две, а вас не два человека пришло. Я принес. Ну а нет, здесь я вижу две, от него и от тебя, а от других нету. От нас с Никитой мы на следующий приезжаем. А от Мишаньки? А Миша не знал вообще. Парни, да хорош, ну вы чё, блин. 36, следующий. Я. Молодец. Следующий. Тут. Егор, да? Да. Так. Егор, как твоя инстаграм фамилия? Калишин. Калишин, точно? Да. Ты по паспорту такой, точно? Вот, даже там есть. Даже мама вот. Калишин Наталья. Всё. А почему у тебя другая еще фамилия? Потому что вы ко мне так легче, да. У меня псевдоним Морозов. Это какой-то скрытый какая-то. Да. Тебя... Не вычли. Да, ну ты, надеюсь, не скрываешь ни от кого? Нет. Пока, да? Или вообще? Нет. Молодец. Калишин. 32,5. Не, не, ты померь вот здесь, где пожарче у тебя, да, температура. 36,1. Молодец. Отлично, все хорошо. Давай следующую температуру. Следующий, Миша. Мишань, ты следующий? Да. Михаил, ну мамка-то знаете, где ты находишься? Да, я у нее денег взяла. Давай, братан, молодец. Позвоним сейчас маме, чтобы точно. Парни. А звонка будет родителям, что вы здесь? Так, а вы же звонили. Как, сколько дней назад? Много. Прикинь, сколько дней. Просто позвоните, скажите, мам, только по чесноку, мам, я дошел до зала, парни. Так она знает, что я Миш, здесь. Позвони, пожалуйста. Я перед выходом сказал. Точно? Ну да, ладно, принес разрешение. Ладно, Никит, пиликни, пожалуйста, просто, Макс, позвони маме. Максим, позвоните, маме, скажите, я пришел. Парни. Еще это и не самое. Это не те. Я Сергей Геннадьевич попросил... Что ты в зале? Да, что я пришел в зал. Дай, пожалуйста, телефон. Можно? На громко сделай связь, пожалуйста. Алло. А
Здравствуйте, это Яша Сергей Геннадьевич, воспитатель клуба силовой атлетики. Скажите, пожалуйста, Михаилу-то заниматься разрешили? Да, там были. Все хорошо, да? Просто, если вы помните, я всегда, ну, по возможности обзываю родителей, чтобы они в курсе, сейчас были, где дети занимаются. Подтверди, что... Все, до свидания, доброго вечера. На трубку. Алло, здравствуйте, это Яша Сергей Геннадьевич, воспитатель клуба силовой атлетики. Как вы помните, я прошу ребятню созваниться с родителями, чтобы родители в курсе, где они занимаются. Вы знаете, да? Максим... Все, Максим, все в зале, да, но вам придется, в общем, это немного не те, вам придется потом еще одно запомнить, где техника безопасности. Сейчас. Здесь просто нет техники безопасности. Все. Да, да. Доброго трудового или отдыхательного вечера. Алло, это, здравствуйте, это Яшин Сергей Геннадьевич, воспитатель клуба «Лыжи силовой атлетики». Максим в зале, вот я отзваниваюсь сказать, ну, спросите ли мне, в курсе ли родители, где сыновья их. Все знаете. Вы ему все разрешаете заниматься? Все, ну, слава богу, доброго вечера. До свидания. Все, давай. Алло, здравствуйте, это Яша Сергей Геннадьевич, воспитатель клуба силовой атлетики. Никита в зале, вот я обзваниваю, как вы помните, родителей, узнаю, знают ли, где дети. Все, доброго трудового вечера, тренировка заканчивается в 20:00. 20:30. До свидания. Вопросы? Денису Владимировичу спроси. Может, я что ошибаюсь, ты у него спроси, во сколько тренировка, завтра, в субботу. Нам Юдашкин сказал, что мы задержимся. Николай Алексеевич, выйди на связь! Вы задерживаетесь? Нам Юдашкин ничего не говорит. Нет, у нас 7 по 20-30. Сейчас, парни, я запишу, сейчас все решим. Вы пока разминаете, все, не без кипиша, парни, без кипиша. Не дергайтесь только. Размялись? Вы точно с ним в контакте вообще? Непонятно. Ну не надо никому звонить. Мы сейчас-то позвоним, Макс, мы позвоним. У нас-то есть его телефон. Мы позвоним, все узнаем. Я обычно на громкую связь ставлю. Да молодец, я. А, кстати, видео покажешь нам, как вы выступили? Да. Кто видео снял? Да, показывайте. Сейчас. Сначала ему, сейчас. Потом мне записываю. Федерация есть видео. Так, меня в интернетах вообще я бываю настолько редко, что практически сейчас. Не бываю. Блин, у кого интернет хороший? Покажите. Меня. Я сейчас. Так. Что? Фио. Братуха. Шпект Михаил Иванович. Артем, вы видели? Что они выступали как? Нет. Посмотрите, что там, козырно. Шпект. Михаил Иванович. Все, молодец. А что там, мазафака опять? Ну что это такое, ребята? Ну что это такое? А это там ругань какая. Ну, не стыдно вам. Там мазафака ругаются. А что, рукопашники ушли, ребята? Да. Классно, конечно, да. Ну, музон что-то жуткий какой-то. Вам самим... Парни, он поет этот на нерусском языке, он поет мазафака. Вы знаете, что означает? Переведите вообще. Вы знаете, что он поет? Он означает... Вот смотрите, какая штука. Парни, не в обиду никому. Стоп, погоди, Егор, секунду. Никому не в обиду, парни. Он поет про каждого из ваших мам, как он... Про папу. Мазафака он поет. Он мазафака поет. Он не про папу, он про мам поет. Вам самим как? Ты звук выруби, а мне дай без звука, пожалуйста. Просто потише сделайте. Да можно без звука, я просто посмотрю и все. Плохо, это даже, ну, это дико. Он матерится на наших мам, а вы балдеете, включаете музыку. Это где вы были? В Татищево? Чуть дальше. А кто с турника упал? Где? Здесь, вот на выступлении. Я. Ты упал? Ну, я не взял элемент один. И потом очень сильно огорчился, ушел себя. И не вернулся или вернулся? Потом вернулся. Вообще не страшно. Все, закосячил, короче. Ты давай, занимайся, я посмотри телефон. Давай. Пускайся, все. Макс, не балуй, понял? А что-то у меня вторая часть уже названия появилась. И что такое? Кого?
вторая часть названия появилась. Где? А, это кончилось? Заново, видео? Заново. Все, я понял. Нормально, молодцы. Только один вид съемки вы сделали? Только ракурсы другие там не делали? Это в нашем. Тихо, парни, а, не ругаемся, не ругаемся. А это вот 20, ой, вот это вот в СГЮА, когда мы ездили. Тоже там мазопака, да, всякая? А, нет, там нормально. Можете прибавить. Наверное, нормально. Нет, вон там. Интернет происходит. А может быть, получится нам здесь договориться, провести интернет, пробьют. А там непонятно, да, когда отпускаться? Нет, просто отпускаться и все далеко. С ГУА мы тоже выступали. Какая фестиваль был, почему вы тогда не приехали нифига на фестиваль? Кто это? Это Юра. Его здесь нет. Его здесь нет. Он пятку ударил вчера. От турника каким? Только не сломал. И не факт. Пятка вообще очень, ну, не, это перелом вот нездоровая тема. Да, потом между нами соревнования устраивали там. Блин, он так снимает, я нифига не понимаю. Зачем он так вот этот, камеру не задрано, голову, что как будто голову отрезано. Что за прикол? Потом между Максим, нами устроили соревнования, да. Здесь это было? Да, да, да. А между вами, между именно командой? Да. Да, я первое место забрал, Егор второе место, а Максим третье. Вы в эконом поедете выступать? 30-го? И с какого числа? Да, 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 да. Будете, да, там? Да. Соревнование на ВИС было? И на ВИС было, и воркаут было. А вот сейчас на ВИС мы не участвовали. Вот. А сколько там больше всего кто провисел? А мы уже уехали тогда. А вы что делали, какое действие? А мы элементы. Ага. Соревновались мы, чтобы я первое место, Егор второе, а Максим третье забрал. Молодцы. Поздравляю. Медальки уже повесили дома, да? Да. Родители сейчас стоят? Нет. Оп. Я даже, видишь, смотрю на тебя по телевизору и делаю тихо-тихо, типа, братан, переживаю. Там не думали, да, что я там злой какой-то ругаюсь. Я как за братьев, за детей как переживаю, вы не понимаете, нифига. Егорик. Помидорик. Давай, давай. И все. Все? Нормально. Да. Только попросили, побольше снимали бы видео, может быть, разные нас... ракурсы там. Сейчас. Кто оператор был? Со штативом решим. На все. У меня просто есть камера там такая. А зачем тебе штатив? Чтобы... Тебе стедикам нужен вообще тогда, а не штатив? Ну, чтобы... стабилизатор нужен? Или штатив? Вообще, если простой штатив, тебе надо покупать его, можно просто сделать самим. Если нужен стабилизатор, то здесь базаров нет уже, посерьезнее. Стабилизатор, знаешь, ничего? Ну, чтобы... Не дергалось. Пьем... Не дергалось. Плавно было. Да. Ладно, все, Макс, занимайся, я записываю. Я пожалуйста, не хулигань, вон туда. Чтобы, да. Алис, вы все... Денис, помнишь время? Трубки, да, с братой, бах, что-нибудь там, застолье, чаепитие, телефоны все разные, такие сяки. Сейчас все одинаковые. Просто все одинаковые телефоны. Можно на большой? Пока жди, пока дети. Если вы до 20, до 30, до 9, так... короче, наверное. Ты что, что до полдевятого? До полдевятого. Я сейчас позвоню Николаю Исичу. Вот те полчаса, когда никого не будет, будьте на высоком. Когда именно, чтобы никого не сбить, ничего не повредить. Вчера просто опять лампочка потухла, Денчик. Вчера сбили ногой опять. Вот над турником опять ногой пробили потолок. Опять лампочку пробили, опять она горит и ломается. Опасно, чтоб током не убило. Егор, братан, я переживаю за здоровье и их, и ваше. Потом тебе полчаса можно будет. Юр, кто тебя толкал? Что случилось? Все хорошо? Что он делает? А, внутренний? А что, какой элемент делает? Внутренний лачгейнер? А ты разве не мог? Серьезно? А кто из вас крутил? Макс крутил? Потому что я помню, кто это делал из вас. Парни, и страх есть, и боль есть. Просто надо это преодолевать.
Красавчики, да, Денчик же? Только когда себя хорошо ведут. А когда себя плохо ведут, то не красавчики нифига. Я не могу скачать за день, не знаю почему. Мне удобнее с упора отмахивать. Не ругайся, Макс, пожалуйста. Я не ругаюсь. Все. Может, буду, да. Никита, не сиди, не сиди. Отдыхать можно в шпагате, в мостике, в стойке на руках можно отдыхать. В крокодильчике, в горизонте, в переднем висе можно отдыхать. Отдыхать можно, делая сальто. Отдыхать можно, да, 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 делая колесо, да. Вот это можно отдыхать. Так, на линии исполнения элементов области не стоим, парни, не стоим, техника безопасности. Сраться не надо тоже. Не надо, не надо. В тубзик сходи. Испугался? Тогда другое дело. А то если что, сходи в тубзик. Я ничего не видел. Денчик, ты, Николай Алексеевич, сможешь пиликнуть? Узнать, что у нас там, хронос какой? Так, Мишань, ты где? Шпех, беги сюда. Да, мальчик взял, не было. Что? Тебе мамка деньги дала на месячный абонемент или на разовый? На разовый. На разовый? Ты вместе хочешь записаться, качнуть себя? А потом, гляди, сейчас красиво, красиво расскажем. Потому что у парней тоже под вопросом их нахождение в команде. Я просто смотрю, наблюдаю, мне ли достаточно сказать что-то, что мне, ну, мы не нашли общий язык, и Николай Алексеевич пересмотрит. Но гарантия была бы 100% всяко. Опять, помнишь, как безоплатно, да, ходил когда-то? А, кстати, где Артем Краснощек у нас? Куда делся Захаров, который Краснощек? Надо полную крутить. Он же, ну, он не в армии? Неизвестно. Последний раз мне говорили, что... команду давным-давно не писал. Больше месяца, может, даже больше двух. Я... ударился, что ли? Я просто всем ребятам говорю, которые, помнишь, там рулетки всякие были, чтобы ничего не удаляли. Это чтобы сохранилось, мы всем говорим, сохранить эти там три занятия. Ну сколько там они давали, чтобы сохранить, потому что Артем здесь появится, мы сказали, Сергей Геннадьевич, все хорошо. Давай, то, что мама передала, мы сейчас запишем. И это. Ну а что, как команду тебя вернуть? Как сделать? Что надо сделать для этого? Показать супер, супер результат показать? Или меня попросить Николая? Так я вам и говорю, как его в команду, в федерацию. Федерация? Нет. Зачем? Мы тоже не федерация, у нас своя команда. А почему? Нет, мы в федерации. Мы в федерации, но... Мы не в федерации. Смысл такой, парни, это нахождение в организации, которая масштабна, она дает возможность вам открыть. А когда ехали? Открыть. С ним. Он говорил, типа, лучше, чтобы вы будете со мной в федерации, конечно, чем конечно. Где-то там с кем-то. Одним трудно как пробиться. Одним трудно пробиться. Реально трудно. Будут вас, ну не именно вас, а напрягать, начинают. Как скажут, минимум от федерации скажут, у вас, вот, пожалуйста. Зал целый. Есть. А прикинь, скажут, надо там взносы, вы знаете, перед нами взносы платят. Ну, участвуют, да, где взносы платят. От 500 рублей до нескольких тысяч, чтобы поучаствовать в соревновании. Там можно проиграть. А кто-то выиграет, кто-то проиграет. Вот в чем прикол. А федерация, мы помогаем оплачивать за вас. Поэтому, парни, ваше поведение стабильное должно быть, четкое. Мишань, показываешь уровень Николаю Алексеевичу, будем... Или ты хочешь вином с ним быть? Ядовитым хочешь быть, что ли? Все, парни, занимаемся, не балуемся. Артем, Никит, считываете, как это, триггеры разные, да, считываете, как происходит? Ну вот спроси у Егора, вот пока есть здесь, у Егора вопрос... Все, я понял. Никитос, пока есть вот это, возможность... Алло. Не, я не умею 540, вы че? Здравствуйте. Что-то случилось? Нет. Я знать. Ну вот, это поделись с парнями, пусть они тоже будут, тоже как статичные. Подготовительные всякие приколюхи покажи. Надо всегда проверять разные, то, что кто-то говорит, надо очень много информации. Я только в горизонте могу брать или в висе. Ну, горизонтик. Никит, ну хорош, ну ты что, взял мат забрал. Ты сальто хочешь сделать? Ну да. А, молодец. А передние?
Никит, а передние? Ну давай. Без мата передние, нет? Не нравится? Аккурат. Без мата точно сможешь? Егор, страхуешь? Он задний. Точно? Он на улице на бетоне делает. Ну, это меня нету там на бетоне, а это здесь есть. Может быть, мой взгляд его. Лучше подстрахуй. Конечно, конечно. Голова, лицо, там все. И все, короче, Макса чуть-чуть, да, там, за подстраховку так трк, задел. Нормально. Все. Он, я имею в виду, рукой на отмашку тебе чуть-чуть. Не хулигани. Че, Никитос, на статику будем качать? Почему? Ты прикинь, приедешь на родину на малую и так скажешь, парень, смотри, что я могу сейчас. А там турники есть у вас? А вдруг дождь? Все-таки рассчитывают на час или на полтора. Потому что здесь, как бы, ну, сам понимаешь, вот 4-часовая тренировка до 8 часов, и так времени. Еще, допустим, у Сереги, я насколько знаю, уезжать надо в Саратов, поэтому 8 часов платили бы отсюда уже. Закрывать здесь все. И охрана, что там, договоренности есть все эти? Сейчас давай, знаешь, как мы сделаем? Вот парни так-то эмоциональные. Вот сейчас я на громкую связь поставлю, ты им скажешь, договорились. Ну, чтобы они тебя потом не мучили звонками через 2 минуты. Что сегодня занимаемся до 8 часов. Да ладно, это ничего страшного. Все, я надеюсь, так поймаю. Все решаемо, все решаемо, конечно. Ну, конечно, там, ну, здесь просто по времени в Саратов приезжать. И по поводу, ну, вообще, в принципе, как бы, может быть, даже и получится сместить списание, но здесь выбрасывал. Надо будет, в первую очередь, отталкиваться от дисциплины. Который ты выбрасывал, не эти. Здесь техник безопасности нет. Вообще-то подтягивание, да, 35 подтягивание там. 35 подтягивание? Ну, Егор 35 подтягивание делает, и базу нужно говорить. Ой, это еще нужна для горизонта. Она мне не нужна, зачем мне дальше качать? Смотри, а ты знаешь, что ребята есть на соревновании силовое троеборье? Вот последний раз был розыгрыш, парни 30-ку забрали, 30 тысяч. Ты что, не хочешь на 30-ку богаче стать? Блин, давай, если ты... Я содержание, у меня семья хорошая. Не, базар, я в коем случае, Егор, ни в коем случае про семью не имею в виду. Прикинь, получается, например, ты выигрываешь средства какие-то на соревнования, например, силовое троеборье, и братве сделаешь подарок, покупаешь там футбол.